Смотри лаки-блоки в Майнкрафт, ссылка в описании ролика. Слушай, как же меня бесит эти летсплейщики, которые вставляют в свои ролики рекламу. Везде реклама, одна реклама, это же так убого. Да меня скоро сблюет уже от них, меня бесит эти рекламы. Я закрываю уже эти видео и сразу ухожу от них нахрен. Вот и правильно, блин, потому что вообще... Что? Ты кто? Так, здравствуйте. Я доктор, и меня направили к двум майнкрафтерам, которые должны пройти краткий экскурс по моду лаки-блоки. Мне нужен майнкрафтер Майнёша и майнкрафтер Седжо. Ну, я Седжо. Седжо, вы сегодня по другим никнеймам, прям не узнал. Ладно, следуйте за мной. Это моя задумка. Вы таинственный. Да. Так, нам нужно пройти в эту аудиторию. Проходите и только не наступайте на красную шерсть. Прошу вас. Только на нее не наступайте. Я не наступал. Так, сейчас я вам расскажу, что такое, что из себя представляют лаки-блоки. Лаки-блоки — это в какой-то некой степени сундуки Пандоры. Ты можешь их сломать, и из них выпадает либо какая-нибудь неведомая херня, либо какая-нибудь неведомая херня, но хорошая. То есть, допустим, алмазный меч, или просто пинок тебе под зад. Можно сломаю? Нет, нет, не заходи за красную, они очень токсичны. Хорошо. Для начала нужно одеть экипировку, блин. И где она? Заговариваюсь сегодня, простите. Ничего страшного. С женой поругался. Вот, в этом сундуке. Экипировка? Экипировка, да. Экипировка. Хватит, хватит. Ну, блин, тяжелая у меня ситуация. Ну, ничего страшного. Не надо так говорить. Можно сломать этот блок? К телу. Кто из вас будет первым добровольцем? Все, вы можете поступать. Я буду добровольцем. Я не Хватит буду. Хватит ржать. Все. Так, Майнёш, ты? Да. Отлично. Ломай. Нажимай правой кнопкой мыши и ломай этот блок. Вот теперь ты видишь, Седжо, что может пройти совершенно что-то непонятное. Твою мать. Сейчас я непонятным магическим образом. Верни его. Что с ним делать? Верну его сюда на место. Ух ты. Как? Я жив. То есть, если бы это сделал я мог так же... Я не знал, что наша лаборатория находится в небе. Ну, не такое встретишь на работе. Ладно, собственно, кидайте свою броню в этот резервуар. Подожди, вот теперь увидите, в резервуар, а не в сундук. Хорошо. Подожди. Ты опять сундук открыл. Ты не хочешь никак это объяснить, потому что он упал? Сейчас. То есть он упал, и ты нормально к этому относишься? Он же... О, это нормально. Так и действуют лаки-блоки. Твою мать. Да, это было ужасно. Мне спасибо, страшно. Что спас меня. Подождите. У меня тут завтра еще одни ребята приходят, так что... Бедные ребята. Ничего не что говорить. Что дальше? Какие планы у нас? Так, а дальше это был ужасный блок. Но есть еще хуже. Я сейчас вас поведу в одну часть нашей лаборатории, где как раз мы протестим с вами самые страшные лаки-блоки. Следуйте за мной. Слушай, Манёш, мне кажется, он какой-то странный. Мне кажется, он... хочет меня убить. Ребята, сюда, скорей! Иду! Главное, не забывайте ставить спаунпоинт. Хорошо? Хорошо, мы поняли? Стараемся. Блин, ребята, простите! Что за фигня? Господи! Корова. Я говорил начальству, что не надо было брать иммигрантов из Малайзии. Что нам делать? Что вечно делать уникастина. Блин, ребят, пожалуйста, простите. Посидите там. Главное, никуда не уходите. Я вернусь за помощью. Главное, никуда не уходите. Ну, понял? Ладно, все, ждем. Быстрее давайте. Да, давай. Никуда не уходите. Да все, ждем, быстрее. Ладно. Боже. Что делать? Я не знаю. Что, давай ждать, что? Ну, давай. Слушай, его уже давно нет, уже ночь на дворе, что за фигня? Где-то уже 2 часа, даже причем. Да вот, слушай, ну его нафиг, давай не будем его ждать, он и так чуть не убил меня. Вот. Помнишь, я же тебя предупреждал, что-то может быть, вот, пожалуйста. Вот слушай, ладно, идем отсюда. Да, мы надо... так еще полчаса прождем. Что тут написано? Обернись и проваливай. Ну ладно, окей. Почему нас так обзывают? Ладно, в общем, ребят, с вами Седжо и Майнёша. Всем привет. Да. И сегодня мы проходим эту замечательную карту от создателя Cherry Red, которого вы уже видели. Вот. И его сейчас вы можете посмотреть на табличке. На табличке. Вот. С нами Cherry Red, и он будет помогать нам. Он оставил подсказки, поэтому мы не будем ссать. Все, идем.
Да. Начинаем проходить. Ты когда-нибудь проходил эту карту, Манюш? Нет, я ее не проходил, но я ее помогал строить. Так. Ну, для начала придется перепрыгнуть эту лаву. Так, короче, давай ты первый. Я первый? Я боюсь. Давай. Окей. Я верю в тебя. Применю свой жизненный скилл. Давай. Слушай, мне кажется, я умру сейчас. Да нет, ты не умрешь. Я верю, ты перепрыгнешь. Слушай, твоя вера, она... Что тут сложного? Смотри и учись. Вот. Ты как так делаешь? Хоп. Оп. Хоп, хоп. Все, я герой. А я нет. Ну ладно. Мы сделали это, мы молодцы, я молодец, ты не сделал это, все. Ты что, мне ударил? Ладно, ладно, идем. Следующим испытанием для нас будет что? Жизнь не готовила, вам придется разделиться. Да. Подожди, я не хочу с тобой разделяться, какого хрена? Почему мы должны что-то по одному делать? Ладно, давай, что? Мы все равно вместе будем видеть друг друга. Через стекло, через видно, дырочки, да? Все. Здорово. Я зеленый, ты желтый, пошли. Желтый вперед. Для желтого, тихо. Окей. Там водичку прыгай, все, я в водичке. Что? Мы начинаем ломать лаки-блоки, ребят. Подожди. Поехали. Будьте... А что, надо все сломать, да? Да, надо ломать все перед собой. Мы далее портал ломаем. Ух, что это такое сейчас было? Нормально, жив, цел, орел. Лук, мне выпал лук. Смотри, сундук, открою. Ух ты, тут хавчик. Я, кстати, хотел хавчик. Ой, что, что? Тихо. Беги. Не-не-не, я жив, цел. Все. Нормально? Продолжаем. У меня есть золотой яблок. Очень интересно. Ну и умирай тут без меня. Оп. Ой. Мы, кстати говоря, должны это сделать кто быстрее. Да? Слушай. Я в ловушке. Так, подожди, то есть ты сейчас все? Я умер практически. Ты отдашь концы, да? Да, я дам концы. Что поделать? Блин. Это лаки-блок. Ладно, сейчас вернусь. Сейчас надо, короче, выйти из этого фигни. Ладно, я умру перед вами, я буду честен. Буду честен. А ты проходи. А, проходи, да. Чему я тебя... Проходи, Прошел. Ты... Ой, блин, эти лаки-блоки. Ну ладно, мы вернулись. Продолжаем. Слушай, подожди. Ух ты! Ага! Это что такое? Это зомби. Слушай, я обойду его. Я подожди, его а мы обязательно должны ломать эти блоки? Да, мы должны сломать все эти блоки. О боже, я сломал карту. Пофиг. Ух ты, я прибегу быстрее тебя к финишу, понял? Ты уверен? Все. Я задыхаюсь. Слушай, все. Так, слушай, давай-ка, не умирай. Не умирать? А как я это сделаю? Не знаю. О боже. Что это было? Все, конец моей жизни пришел. Нет, моей жизни не конец. Давай. Все. И моей жизни конец. Все, мы вернулись после очередной смерти. Слушай, подожди. Прочти какую-то молитву, потому что я не знаю, сейчас я опять сдохну. Что такое? Мал, что там? Все, ладно, я буду быстрее тебя к финишу. Здесь все нахер поломано. Оба, я какой-то... Коты, здорово. Много котов. Чё происходит? Быстро действуем, быстро. Да, чё происходит? Я жив. Нет, я долго буду ломать это. Все, я опять сдох. О боже, я сломал эти решетки. Ты вернулся? Ты жив? Я живой, да. Я чудом. Я опять вернулся через всю эту хрень. Все, продолжаем. Я все равно приду быстрее тебя. Я уже боюсь ее ломать. Выпал хороший блок. Ух ты. Курочки. Последний блок на моем пути. Все. Что тут? Стой, погоди. Там что-то... Подожди. Я Skittles? Опять, боже. О боже. Я умру. Эй, Симпсонс, тебе наверх. Не наверх? Сейчас. Боже, наконец-то, мы вернулись. Ладно, продолжаем. А мы я прошли не уходил. Через всю эту смертную муку. Опять! Ты опять сдох? Я опять сдох. Какого? Каждый долбанный раз я умираю, ну ладно. Да, ты умираешь постоянно, я заметил, кстати. Мне сейчас пока везет. Так, ладно, я вернулся, и мне так должно выпасть что-то ребята, хорошее. Ставьте я не лайки. Умереть всегда. Так, ставьте лайки, чтобы все было хорошо. Ставьте лайки, чтобы все было хорошо. Все будет хорошо, слушай. Мы должны это сделать. Не делай этого. Я сделаю это. Что пока ты несешь, чувак? Пока. Я-то здесь. Мне пугает этот блок. Что? Моя жизнь принадлежит тебе. Слушай, так, мы все-таки обязательно должны ломать все эти блоки. Боже. О боже мой. Котенок, лети отсюда. Я взрываюсь. Нет, надо думать о чем-то хорошем. Давай быстро. Там просто вакханалия происходит. Ты вообще где? Я там прохожу дальше. Меня везет. Боб, отстань, Боб. Не трогай меня, Боб. Нет, не смей.
Слушай, мне знаешь что? Я сломал лаки-блок, и мне дали лаки-блок. Здорово? С удочкой против Боба. Не, слушай, это, конечно, здорово, но меня тут собираются убить. Я надеюсь, ты справишься. Но пока я иду наперед. Я приду за тобой. А, ты там впереди? Какого? А, это не ты! Это какой-то я! Я жду тебя! Подожди, я спрятался от Боба. Минуточку внимания, минуточку внимания. Ребята, ставьте лайки, чтобы все было хорошо. Я знал, что вы не ставили лайки, мать твою. А, нет, это добрый зомби. Все нормально. Успокойся, давай быстрее. Я жду тебя. Ты ждешь меня? Я-то ушел. Или это. Где ты? Давай быстрее. Боб. Так. Я сломаю твой лаки-блок. Бараны, бежим дальше. Некогда на них смотреть. Почему у меня на пути так много лаки-блоков? Что происходит? Ко мне конец. Я буду ломать твои лаки-блоки. Так, когда же ты уже придешь, слушай? Я здесь, я уже иду. А стой, ты первый, да? Да, я, конечно же, я первый. Ты победил. Ой, ну ладно, ты рисковал даже мало. Стой, беги! Его бить надо? Стоп, здесь таблички. А что, подожди, он идет за нами. Нам предстоит сразиться на сплифе. Подожди, нам с ним надо сначала сразиться. Да пофиг на него, слушай, что он нам... Может, я его сейчас замочу и динамо дэром, дэром, дэром. Здесь топора у меня нет. А что, мы друг друга должны завалить? Стой, у меня нет топора, как у тебя. Ну, у тебя нет... Я тебе дам железный шлем. Подожди, ты хочешь сказать, ты будешь меня бить топором, а я тебя буду бить рукой? Ладно, давай на руках драться, все. Подожди. Одевай шлем, одевай шлем. Тихо. Мы должны будем завалить друг друга сплифом. Все, давай. Давай. Твою мать. Я... Магия, беги! Магия, беги! Магия, беги! Так, здесь все хорошо. Чё происходит? Да, я тебя вообще завалить должен, куда ты выбегаешь? Я не знаю, хочу спастись. Что? Нормально! Тут вот... Сейчас я... Уйди от меня, проклятый майнюш. Так, ну, ребят, в общем, я первый упал, и, видимо, я проиграл. Да? Еще раз. Но я вернулся, и мы продолжаем. Он... Нет, 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 нет. Да, спасу, не спасу. Нет, короче, на руках деремся. Здесь и так полно мусора. Пошел. Ты погибнешь. Ты, да! Он погиб. Дубль? Да. Ну, ладно. Ты слышишь, как я упал. В общем... Мы вернулись, но я тебя сейчас завалю. Пошел ты, у меня свои зомби. Завалю. Че происходит? Че происходит? Зомби, какие-то зомби. Но я не могу. Короче, так. Возвращайся и сразись в честном бое. Все, понял? Пошел ты. Нет. Пошел. Я замочу. Это стол. Я сломаю этот блок. Им был наш путь, но мы вернулись. Что ж, ты умрешь первым. Нет, я не умру. Какого хрена ты бьёшь мой блок? Ой, сколько мы смертей прошли, но мы вернулись и опять. И решили, знаешь что, давай-ка спустимся вниз и посмотрим, что там дальше. Это просто убийцы, наверное. Да. О! Сколько здесь всякой живности. Чё за охереть? И это, наконец-таки, конец этой жестокой карты, которая убила меня 10 с лишним раз. А меня 50. 58, тем более. В общем, нам говорит Черри спасибо, точнее... Да, и мы ему говорим спасибо. Читай. Что? Спасибо за прохождение, надеюсь, вам понравилось. Также попрошу вас, зрители, бросить бук... Чё это? Не знаю. Бросить бук? Ну ладно, давай игрок захватим. Так, ладно, табличку. Ладно, он не любит твиттер. Карту построил, предоставил Черри. В общем, ребят... Мы готовы дать вам эту карту, потому что ее нет нигде в интернете, и я ее помогал создавать, мы создавали ее вместе. В общем, ставьте лайки. Ну, у меня давайте 3000 лайков, а у тебя? А у меня давайте попробуем наберем 2000 лайков, если это все выложится. Если мы наберем лайки, карта будет... У вас. Мы выложим ссылку на эту карту, и вы пройдете ее, хоть на камеру, хоть как. Да. В общем, спасибо за просмотр, с вами были Майнёша... И Седжу. Всем пока. Всем пока.